В западной части России, а в частности в Москве, происходят массовые несанкционированные акции, организованные сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. Вследствие несанкционированности этих акций происходит и массовое задержание участников митингов, в том числе и задержание детей. Также сотрудниками правоохранительных органов происходит выискивание и задерживание по наводке известных публичных личностей, которые связаны с Навальным, либо которые агитировали людей выходить на улицы. Задержания известных личностей начались с блогера Ильи Варламова, к которому подошли сотрудники полиции и сразу же задержали его. Далее было задержание ближайшей соратницы Алексея Навального, Любови Соболь, в момент, когда она давала интервью. И также сотрудники нашли и вычислили супругу Алексея Навального, Юлию Навальную. По различным данным, уже задержано несколько сотен человек. Напомним, что акции и митинги по всей России 23 января анонсировали сторонники Алексея Навального после того, как 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. Чувств туда катится. Со стороны властей, надо это хорошо понимать. Поэтому не надо ничего бояться. Довольно много людей пришло, что вы чувствуете, что люди пришли, вышли вас поддержать. Вот прямо сейчас, лично вы. Я очень рада, что такое большое количество людей выходит по всей нашей стране, в разных уголках нашей Родины. Аккуратнее! Фашисты! Вот так, пизда!